Отже, радий представити нашого ранкового гостя, регіонального координатора конкурсу «Молодіжна столиця України» Івана Мокрика. Доброго ранку вам. Доброго. Дякую, що ви з нами. І так, якщо говоримо про цей конкурс, в першу чергу, це вперше проводиться, чи це щорічна ініціатива? Ну, во-первых, здравствуйте. Мне все-таки хотелось сказать, что это не ежегодное, это только пилотный проект, потому как это в первую очередь направлено на развитие молодежи, потому что у нас сейчас он только стартовал благодаря нашему заместителю министра молодежи и спорта Александру Юсуповичу Яреме. Он анонсировал этот проект на Active МК. Вот, и непосредственно он планировал вообще создать такой проект для того, чтобы соединить всю молодежь, которая есть в стране, чтобы увидеть потенциал молодежи, потому как сейчас в основном все знают, что это направлено, ну, большинство молодежи уезжают со страны, и поэтому, к сожалению, такая динамика наблюдается очень часто. А таким образом, он мотивирует на то, чтобы показать опыт европейских стран, вот, и таким образом рассказать о том, как развивать города и на опыте как раз же, то есть посылаясь. Тоже Европы, опять-таки. Да, да. А если мы говорим, да, об этой инициативе, то есть цель, скажем так, как всегда благородна, но есть ли у Николаева шансы все-таки получить возможность стать молодежной столицей Украины, либо у других городов вообще Николаевской области? Потому что я так понимаю, что участников с Николаевской области будет максимальное количество для того, чтобы все-таки хотя бы кто-то, но прошел. Среди всех участников, какие у нас шансы? Ну, среди участников у нас действительно большие шансы. Мы рассчитываем на то, что в первую очередь это у нас, кстати, скажу, ну, невзначай, то есть не хватает сейчас молодежного центра. Это, к сожалению, очень актуальная и проблематичная, ну, ситуация. И мы рассчитываем на то, что вот как раз этот проект молодежного центра даст возможность развиваться в дальнейшем молодежи, как в неком молодежном пространстве, который будет у нас в городе Николаеве. Среди области, я думаю, тоже немаловажно, потому что сейчас мы знаем, Вознесенск подал, скажем так, свою заявку, но там возникли некоторые обстоятельства, мы же им поможем в этом случае, потому как координаторы... Что там за проблема? Чем Вознесенск не понравился наш? Ну, Вознесенск не понравился секретариату, я не рассказав о составе, конечно же, конкурсной комиссии, которую рассматривали. Но об этом мы еще вернемся. Вот сейчас, как бы, да, привлекательности все-таки николаевских городов, вот Николаевской области и Николаевов, собственно. Ну, если привлекательности, то здесь мы говорим об том, что у нас есть очень талантливая молодежь в разных направлениях. То есть мы же занимаемся любым направлением, которое хотят развивать молодежь в целом. То есть это и города Николаева, это и области, потому как мы охватываем как региональные координаторы, я и моя коллега Наталья Кольцова, которая, к сожалению, по обстоятельствам не могла присутствовать. Вот, мы с ней работаем вместе с этим проектом, то есть, чтобы молодежь действительно могла развивать свои проекты, которые есть в Николаеве, то есть конкретно на то, чтобы у нас стал город інновацій, тобто городом інновацій. Ну, поки що все ж таки будемо чекати, що проекти, які є, все ж таки чимось зацікавлять, тому що, ну, молодь, талановита, і вона всюди є, в будь-якому випадку, скажімо так, в цьому хоч ми і своїх любимо, але унікальності немає поки що. Якщо говоримо взагалі про цей конкурс, хто буде відбирати і за якими критеріями ці міста, якщо про це, що хотілося б теж дізнатися? Ну, в першу чергу критеріями будуть це унікальність, потому что непосредственно сейчас многие города могут идти в случае чего под копирку. То есть копировать какие-то свои одинаковые проекты подавать. То есть и в уникальность в том, что наблюдательный совет, который является с представителем Министерства молодежи и спорта, и секретариата, который представляет Украинский институт международной политики и Национальный молодежный совет Украины,
Вот. Они отбирают как раз по критериям того же уникальность, инновации и также, то есть, развитие каких-то определенных, скажем так, опыта, который есть уже у городов, то есть, которые уже развивали непосредственно такие технологии. Якщо говоримо взагалі про конкурсне журі, його склад і взагалі, хто туди буде входити, який склад, і чи будуть представники із кожної області, з кожного регіону, скажімо так, для того, щоб уникнути ну, притягування своїх певний регіон, скажімо так, тільки. В этом как раз и стоит задача, что на уровне министерства создалась вот этот наблюдательный совет, о котором я озвучивал. То есть они отбирают непосредственно участников конкурса, то есть по уникальности, то бишь у нас сейчас дедлайн подачи заявок продлили до 10 января. Раньше до 15 декабря было. И таким образом шансы у городов значительно увеличились для того, чтобы сроки успеть подготовить, вернее, заявочку и таким образом ее подать. Потому что мы, скажем так, видим, что есть у каждого города своя визитная карточка. Вот. Якщо говоримо взагалі про ось цей проект, припустимо все ж таки, що Миколаїв або одне із міст Миколаївської області все ж таки стане регіональним молодіжною столицею України. Що це все ж таки дасть? Чи це окрім того, що буде створено цей молодіжний центр, якісь, не знаю, фінансові потоки, які допоможуть їй самі молоді реалізовувати ті чи інші проекти? Чи можливо це різноманітні міжнародні конференції, які все ж таки тут будуть проводити? І відповідно це привабливість для туриста і привабливість для молоді, інтелектуальний вплив, скажімо так, і влив в Україну, а не тільки витік мізків, що ми спостерігали за останні роки. Що буде, скажімо так, конкретні якісь кроки, які все ж таки допоможуть молоді, яка зараз є в Миколаєві, реалізовувати себе краще, ніж є зараз? Ну, я скажу в первую очередь, это все-таки, во-первых, возможность поделиться опытом с другими странами Европы, потому что у нас все-таки есть возможность поговорить об привлекательности тех же стран, как Германия, Франция, Италия, то есть Польша даже, которая, по сути, у нас сосед. То есть, в принципе, каждая страна, из которых у нас является соседом нашим, она может помочь действительно молодежи неким бесценным опытом. То есть, потому как они уже действительно, у них есть опыт работы с молодежью. В области, если мы говорим о нашей конкретно, здесь у нас все-таки стоит задача о том, чтобы наладить взаимосвязь между молодыми бизнесменами, местной властью, которая, по сути, иногда трудно, то есть молодежи достучаться до власти, потому что это непосредственно как контакт. И мы, как вот региональные координаторы, по сути, должны возможность сплочить коллектив, скажем так, в неком смысле. И мы направлены также на то, чтобы направить их, то есть в количестве заявок именно качественных, чтобы они заинтересовали именно вот этот наблюдательный совет. До 15, так, січня. До 15 січня буде тривати подача заявок. Коли все ж таки дізнається Україна та й миколаївці взагалі дізнаються, чи пройшли ми чи ні, і хто все ж таки, яке місто стало молодіжною столицею України? В этом как раз и стоит задача нас, как региональных координаторов, уведомить тот город, который именно прошел по проекту, потому что на данном этапе сейчас отбирают только 5 городов, которые будут иметь возможность получить опыт от европейских стран и Тобто вплоть. Це буде не одна, скажімо так, столиця, а сітка столиць, 5. Я зрозумів. Конкретна дата є, коли відповідно буде відомо результат відбору. Результаты отборов будут, скорее всего, ближе к февралю месяцу, потому что Тобто поки що сейчас. конкретної дати немає. Як воно буде, зрозуміло. Отож, будемо сподіватися дійсно, що Миколаїв все ж таки, або одне із міст Миколаївської області стане центром, одним із центрів молодіжної столиці України. Думаю, що все ж таки вагомим буде показником той ж для відбору Миколаєва. Ті ж самі проекти, які проводяться благодійні і Української академії лідерства, де, мабуть, найактивніші дівчата і хлопці саме в Миколаєві. Від серця до серця регіональне також наші представництво завжди збирає величезну кількість
коштів для допомоги як тут на місцях, так і для всієї України. Тому бачимо, що проєктів реалізовано чимало, молодь і потенціалу молоді у нашої є. Вам дякую за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Наснаги, звичайно, в цій роботі, щоб визначити справжню молодіжну столицю України, а нашій молоді наснаги для того, щоб реалізовувати наступні проєкти. Дякую. Я, користуючись нагодою, все ж таки вже перейду на українську зараз, передам, по-перше, вітання усі Академії лідерства, з якою зараз працюю. Вони дійсно дуже гарні. І ми зараз теж маємо нагоду працювати в рамках цього проєкту. Ось. І, по-друге, це все ж таки привітати усю вашу команду з Днем Святого Миколая. Дякуємо вам. Ось. І також усіх містян і миколаївщан для того, аби щоб це свято стало найкращим для всього міста. Здійснення нам всім бажань, дійсно того, чого ми прагнемо, нехай воно буде саме так. 2018 рік, я сподіваюся, стане роком здійснення бажань.